Максим, 3 сентября стартует первенство России среди дублирующих составов. Твои ожидания от нового турнира, нового сезона? Ну, я ожидаю только победы. Думаю, что вся команда настаивается только на победу в этом туре. Рассчитываю, что сезон пройдем хорошо и надеюсь, что мы начнем его с победы. Состав нашего дубля изменился в этом межсезонье. Как с ребятами поладили? Сыгрались уже? Ну, я скажу, что у нас и была определенная сыгранность, так как в прошлом году мы играли чемпионат России и чемпионат Москвы за Академию. Поэтому думаю, что никаких проблем нет с адаптацией. Думаю, нормально все. Что можешь сказать о нашем первом сопернике «Газпром Югре»? Ну, «Газпром Югра» – молодая команда. Мы с ними играли вот как раз в финале юношеского чемпионата России. Я думаю, что соперник силен. Также думаю, с ним будет тяжело. Но я слышал, у них есть пару изменений, поэтому я не знаю, какой у них будет состав, но надеюсь, мы выиграем. Как думаешь, они особенно будут настраиваться на Дину как раз после того поражения в финале в первенстве России? Я думаю, что да. Тем более первый тур. Я думаю, они жаждут отыграться, но надеюсь, у них это не получится.